Здравствуйте, дорогие любители Sea of Thieves. Сегодня у нас будет видео, посвященное ловле рыбы. Для того, чтобы нам поймать рыбу, нам нужна удочка, нужна наживка. Ну и, собственно, все. Больше для этого нам ничего не нужно. Это нужна вода. А, как вы знаете, в нашей прекрасной игре воды полно. Итак, начнем с того, друзья, что нам нужно найти наживку. Наживку можем найти двумя способами. Либо мы с вами добираемся на любой из островов и уже там находим в бочках наживку. Либо мы с вами подходим на сушу, в любое место на суше, абсолютно любое. Нажимаем Q, кто не знает. Выбираем лопату вот на пятерочку. И начинаем копать. Копаем. И вот с практически первого раза появилась личинка. Вот у нас есть личинка. На нее можем ловить. Но хотел бы сказать, что мы можем ловить и на пустой крючок. Клюет также и на, без наживки тоже. Итак. Чтобы поймать разные виды рыб, нам нужны разные условия, разные наживки и разные места. То есть какая-то рыба ловится только, допустим, с берега, какая-то только в океане. Это все вы можете посмотреть где-нибудь в других местах, и там есть везде подсказки. Я лишь хотел показать, как ловить рыбу. А для начала вам нужно нажать на Q, дальше нажать на F и выбрать удочку. Удочка есть абсолютно у всех. В этой игре я, кстати, хотел напомнить, что только скины разные у всех, остальные у всех все есть. Итак, чтобы забросить, нам нужно нажать на левую кнопку мыши. А также нам еще пригодятся клавиши A, S, D. Хотел бы сказать, что забрасываем на левую кнопку мыши и ждем, когда рыба клюнет. Если рыба будет тянуть, когда мы клюнем, да, а мы подтянем, когда рыба будет тянуть прямо от нас, мы должны нажимать клавишу S, то есть тянуть на себя. Если рыба будет тянуть в левую сторону, мы должны тянуть в правую, нажать на D. Если рыба будет тянуть в правую сторону, то тянем на А, в левую. А также, вот видите, она клюнула, потянула в левую, я жму вправо. Сейчас она тянет вперед, я жму на S на себя. Вот. Теперь она уходит налево. Ну, и сейчас уходит налево, да, я тяну вправо, на D. Когда рыба перестает тянуть, вот сейчас, я нажимаю левую клавишу мыши и тяну. Как только рыба начинает двигаться снова, сопротивляться, вы снова начинаете влево-право нажимать. То есть она идет влево, вы жмете вправо. Уходит вправо, вы жмете влево. Перестает, вы тянете. И так далее, пока вам не наскучит это дело. Можете заниматься хоть каждый день, хоть сутками напролет. Так, вот сейчас мы вытащим, покажем, как это делается. Абсолютно любая рыба, единственное, что крупная рыба, она вытягивается сложнее и дольше. Вот она, замечательная рыбка. После того, как мы ее вытащили, можем нажать на F и сложить себе в инвентарь. Так, сейчас мы с вами отправимся в одно прекрасное место. Друзья, на карте имеется место, называется Трофей Стефана. Вот он, маленький-маленький остров по сравнению с другими, но его можно легко найти. Он находится вот тут, между гнездо змей и изгибающейся лощины. Вот он. Это место, где мы можем продавать рыбу. Кстати, хотел бы вам подсказать, что любую рыбу, которую вы поймали, вы можете пожарить. То есть там, если кракена убьете, если, забыл, как называется, такая большая розовая плавает. В общем, все, что вы ловите, если вы пожарите и будете продавать, оно продается дороже обычного. Сейчас мы отправимся к тому мужчине, который принимает рыбу и отдает нам деньги. Итак, друзья, собственно, после того, как вы причалили к этому острову, видите, вот этот мужчина стоит. Идете к нему своей рыбой. О, слава растет. В общем, к нему подходите, жмете. Какие интересные награды. В общем, подходите к нему, выбираете свою рыбу, берете ее в руки и передаете мужчине. И продаете, видите, $75. Долларов. Монеток. Итак, видите, жареную курицу тоже можно продать. Абсолютно все, что вы ловите, можно продавать. Курицу продали за $40. Кстати, помните, я вам говорил, что можно жарить рыбу, да? Так вот. Сейчас мы с вами спускаемся вниз. Находим замечательную вот сковородочку. Кладем рыбу и жарим. Если вы вдруг не знаете, как выглядит жареная рыба, сейчас вы это увидите. В общем, она будет менять цвет, друзья. Она будет менять цвет и тем самым поймет, что она пожарилась. Сейчас она у нас красная, как вы запомнили. И я запомнил, я специально для себя это повторяю, потому что
Я могу забыть, какого она цвета. Она маленькая, поэтому... Поэтому все должно довольно-таки легко пройти. Сейчас мы с вами жарим. Кстати, кто знает, может быть, есть место, где можно пожарить сразу много рыбы, а не вот так вот, как я ждать. О, видите, начинает рыба менять цвет. Это означает, что она начинает жариться, и она уже, возможно, прожарилась. После этого вы берете, забираете ее. Видите, она жареная. Теперь вы, она готовая. Самое главное, кстати, еще и не пережарить ее. То есть вы можете сколько угодно. Так, подходите к нему и продаете. Сколько получим? 115, видите? То есть, если бы мы с вами бы не пожарили, получили бы гораздо-гораздо меньше. Кстати, вот нам даже достижение дали. Так вот, продаем эту рыбу, продаем все, что у нас есть с этой рыбы. Собственно, друзья, на этом все. Вот так вот ловится рыба. Не забывайте, что когда тянет влево, вы жмете на D вправо. Тянет вправо, жмете на А влево, тянет вперед, тянете на S на себя. И, собственно, так рыба и ловится. Все очень просто. Ловите везде, ловите с берегов, ловите, ловите, не знаю, там, судно. Жарите все живое, что поймаете, что убьете, потому что абсолютно все можно сдать вот этому мужчине. И после этого получить ачивку. Если что, этот мужчина, это... Братство охотников относится, и все, что относится, можете пожарить курицу, можете убить кого-то, животное, ну, охота, да, то есть абсолютно все. Ну и, разумеется, когда у вас растет уровень, у вас получается больше награда, и ачивки и так далее, если вы, конечно, гоняетесь за ачивками. Ну и рыбу жареную можно есть. Как-то так, друзья. В общем, всем счастья, здоровья, любви, всем хорошего настроения, всем пока-пока. Надеюсь, кому-то это видео поможет.